Здравствуйте, меня зовут Михаил, и сегодня мы находимся в городе Анапа. Некоторые наши клиенты говорили, что рядом находится Украина, и якобы здесь не очень безопасно. Так вот, я хочу это опровергнуть, показать вам жизнь в Анапе и показать также винный фестиваль. В Анапе и в ближайших районах администрация начала выполнять планы на 2022 год, а именно строительство школ и детских садов, ремонт учреждений культуры, создание новых объектов здравоохранения, спортивные площадки и многое другое. Все это заложено в план развития курорта на 2022 год. Также не останутся без внимания вопросы строительства спортивных объектов. В ближайшее время откроется современный спорткомплекс «Село Субсех». Сейчас возводят центр единоборств в районе Новой Алексеевки, а в Цибанабалка появится новая физкультурно-оздоровительная площадка. В этом году основной акцент делается на круглогодичную работу у курорта, что позволит увеличить туристический поток примерно на 10%. В первую очередь это благодаря оздоровительным программам. А также популярностью в межсезонье пользуется винный и событийный туризм. Благодаря открытию 8 новых виноделин будут добавлены новые тематические маршруты. Летний сезон открыли в мае уже в традиционном фестивале «А-море-фест». Кроме этого события, на курорте также появятся мероприятия, как Street Fest, это для уличных художников, Хакатон, современный марафон программистов, и историческая реконструкция Горгипские игры. Дорогие зрители, открытие сезона продолжается, поэтому для тех, кто заинтересован в переезде на юг, компания «Стройгарант Анапа» при заключении договора оплатит вам 5-дневное жилье, а также трансфер от Сочи. Поэтому звоните по горячей линии и спрашивайте подробности. Не забывайте смотреть наши новые выпуски. Всем добра и позитива!